Всем доброго времени суток. Мерикин Натали, центр Альфа-Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 13 августа 2018 года. Луна в Деве, третий лунный день. День сегодня благоприятный. Он благоприятен для активных действий. Этот день повышенной мужской энергетики. И это придаст вам силы. Сегодня можно продуктивно поработать. Активизируется работоспособность. Но вот амбициозность и агрессивность могут привести к конфликтам. Сегодня также можно принимать важные решения. Складываются отличные условия для решения любых вопросов, особенно ранее казавшиеся неразрешимыми. Ваша задача на сегодня – освободиться от груза проблем. Примета дня – все, что посылается вам сегодня, пригодится вам в дальнейшем. Сегодня также возможны вещи и сны. Надеюсь, что по моему совету вчера вы загадали желание, и сегодня вы можете уже начать его реализовывать. Также сегодня стоит из бытовых дел заняться наведением порядка в шкафах, бумагах, ремонтом одежды, покупкой хозяйственных мелочей. А вот по финансам стоит снизить финансовую активность. Вы можете делать платежи. Будьте аккуратны с деньгами, не наделайте долгов. В любви воздержитесь от критики и придирчивости, побольше мягкости. Ужин в кругу семьи или романтическое свидание принесут вам удовольствие. Сегодня также день заботы о здоровье. Очень полезна физическая нагрузка и эффективное лечение стоп. День 13 августа благоприятен для тельцов, раков, скорпионов и козерогов и менее благоприятен для овнов и львов. Напоминаю вам, что 13 августа – это день, когда состоится вебинар мастера по фэн-шуй Виолетты Копчатковой. И называется он «Кто ест хлеб с икрой на завтрак ежедневно?». Вы узнаете, какие методы фэн-шуй лежат в основе вашего благополучия. И всем до завтра!